нумерологии деньги по судьбе не написаны, предназначены, возможно, с помощью эзотерики исправить. Возьмите свою левую ладонь, если вы правша, и правую ладонь, если вы левша, и посмотрите на эту ладонь. В случае, если у вас здесь есть буква М или буква Л, вот так, буква Л, цифра 1, буква М, также в случае, если у вас есть вот такая прямая линия между первым, вторым, третьим и четвертым пальцем, которая идет как-нибудь и разделяет среднюю полосу, то это говорит о том, что вы будете богатым человеком. Далее, по поводу вас, я хочу точно вам сказать, люди, которым ничего в нумерологии не предназначено, используйте мои методы привлечения в жизнь денег, используйте мои символы, коды, шумы, тренажеры, символы Sunshine, и это 100% обязательно приведет вас к тому, чтобы вы были богатым человеком. Это проверено, несмотря ни на что.